модель Patravia TravelTech можно считать идеальными часами для тех, кто много путешествует по миру. В ней сочетаются удобные функции и захватывающая внешность. Мастера мануфактуры Карлов Бушерер одели стальной корпус и браслет покрытием DLC. Эта аббревиатура расшифровывается как Diamond Like Coating, покрытие, похожее на алмаз. Тончайшая углеродная пленка действительно похожа на алмаз по способности противостоять царапинам. К тому же она выглядит очень привлекательно внешне, особенно в сочетании с черным циферблатом и хорошо читаемыми шкалами. Сердцем часов стал мануфактурный калибр CFB-1901, который умеет показывать время сразу в трех часовых поясах. Время в двух из них отображается на циферблате. Время третьего пояса показывает вращающийся ободок с 24-часовой шкалой. Кнопка с левой стороны корпуса позволяет легко менять третий часовой пояс в любом направлении. Если понравилось это видео, поставьте лайк. Если хотите увидеть больше обзоров часов, подпишитесь на наш канал на YouTube и Facebook.